выкопали картофель Царпа Мира. С 30 кустов у нас получилось вот столько вот картошки. Картошку я не взвешивал. Вот такую оставили на еду. Да, проволочника у нас много. Картошка нормальная, так скажем. И вот такая картошка на семена. Ну, собрали всю. Может пригодится еще. Вот. Картошка розового цвета. Глазки мелкие. Практически незаметные. Вот. Не скажу, что прямо вау картошка, ну хватит на еду. Некоторые сорта, которые мы брали вне имени Лорха, были и более урожайные, конечно. Но если будет сырой год, возможно, Царпа Мира и выстрелит из-за того, что она устойчива к фитофторозу. Хотя сейчас уже есть сорта, выведенные нашими селекционерами в НИИ картофелеводства, которые тоже устойчивы к фитофторозу.